Ведется монтаж, опора на грани срыва. Надо метр от откоса хотя бы. Метра нету. Вот так все происходит. Стремно. Сейчас кран будет делать вторую стоянку. А как он ее будет делать? Раствор надо перекидывать, а получается. Ну вот. Смонтировали два ряда. Где-то остались немножко блоки. Где-то одна-двух блоков не хватило. Где-то там вот швы не хватило. Тут одного блока 1,2 не хватило. Здесь это проемы нормально. Откуда-то вылезло 6 сантиметров. Это будет расследование. Так, вот ребята поработали. Нормально, не обижу. Так, ну крановщик молодец, все нормально. Здесь одна стоянка была, и прямо на дороге была вторая стоянка. Ну, блоки все кривые, где-то выше, где-то ниже. Как, например, вон видно, низ на одном уровне, а перепад там 4 сантиметра, поэтому фигня, все нормально. Надо поднять будет вот это вот, как ее, гидроизоляцию наплавляемую, почистить ее праймером, блять, сегодня уже все, наверное, завтра дождь. Так, ну что, пока не приехал кран, сейчас я сделаю обзор. Ну, здесь мастикой мы просто намазали, намазюкали. Тут плохо, конечно, сделано примыкание низа блока к плите. Вот бетономешалка новая совсем. Будем как-то ее регулировать по ходу действия. Кран через час приедет. Еще все будем мазать. Вот так сделана опалубка. Это будет вывод под воду. Тут камушек должен лежать, которого нету. Так, большой камушек. На ходу все. Вот так вот. Пойдет. С обратным уклоном, чтобы конденсат туда уходил. Оп. Банально. Чисто на проволоках. Еще тут на проволоке стянуть. Там уже здесь. Не стянули. Вот так сделана опалубка оригинальным образом, без всяких проволок. Доски, ну, вроде бы нормально держится. Ну там заштукатурится, бо надо было быстро делать. Аналогично, вон там он. Вот тут что ты ржешь? Это под телевизионную, ну как они, под телефонной линии. Опять там нету камушка. Зазор надо поднять чуть выше. Большой клон получается. Здесь под электричество, вот там, где труба, там будет столб стоять, опора. И от нее будет заходить сюда электричество. Ну плохо надо было, конечно, куда-то вот сюда его, вот это сместить. Но там уже одно, второе. Здесь полный косяк. Здесь этот блок должен был вплотную сюда становиться, но уже поздно пить боржоми. Аналогичная ситуация здесь. То есть будет забиваться обратный уклончик, здесь будет вода заходить. Если будет газ заводить в дом, то я думаю пробурим вот здесь вот. Наймем, ну не наймем, возьмем коронку, там есть человек. Сотку, коронку и такой слабенький старый раствор был. Прорубимся. Ну и все. Кстати, там, да, там все на распорках. То есть исключительно на расклинке стоит. Ну тут давление не такое большое будет. Идти, ну, блять, ходит, гуляет трошки. Ну, потихонечку погуще будем делать. Вибратора нету, это плохо. Ну, пойдет. Местами пустошовка не заполнена. Вот так вот.
подготовлено все. Да. Блин, тут мусор. Этот проем будет кирпичами закладываться. Потому что здесь будут ФБСки опять лежать вот так вот. То есть зуб такой. Вот там кирпичами заложим. Уже подмажем, подобьем арматурку какую-то. Так. Эта штучка. Значит, козлов никаких не будет. Будем просто вот этот блок какой-нибудь один большой подвигать ближе к стене. И на него, от него будем монтировать, то есть раствор закидывать. Монтировать блоки. Нормально. Здесь, конечно, надо подвязаться немножко. Ну, все вечером делалось. Пойдет. Пойдет. И так сойдет. И так все плохо. Ну, а там я уже тут. Может, сейчас наплавлю, кстати. Вот так. Прилипает немножко. Мастика еще такая. Немножко. Такая она нормальная, но нормальная. Надо сейчас, кстати, приклеить, пока будут эти раствор капать, чтобы не сюда капало, а чтобы мастика была такая вот. Прихватить ее чуть-чуть. Пока ты не забирал план? Нет, слушай, короче. Ну, сейчас я это сделаю. Поприлепливаю вот так вот, смотри. Ну, я понял. Чтобы оно в раствор, если будет капать, где будут отходить, там будем по новой приклепливать. Все. А что начать? Зачеканивать надо, заливать. Бадью надо вытаскивать. Чего зря стоит? Бедрами. Блоки ставить надо, чтобы было уже запечатано все. Ведрами? Хотите ведрами? Бадью и вон той черную. Где маленькая палка. Ну, можно покидать. Давайте покидаем. Сейчас. Блять, ебаный рот нахуй. Короче, у нас местами ЧП происходит. Выдавило раствор. Вон оттуда выдавило низ. Ну, низ сейчас быстренько расклинили там. Чуть-чуть подосралось все. Песок, да. Песок. Три гуляет, на три, наверное, линец гуляет. Не соос, ну то есть наружу на ось эллипс получается, ничего. Или смещена вот эта вот центральная ось расчетная. Если бы она была смещена, наверное, тогда бы только следовательно не смещена, а эллипс просто. Неровный круг. Потому что сам вот этот линец, он такой. Ровно вращает, сам вот этот шестерня ровно, а венец гуляет. Жидкий этот или густой? Нормальный. Ну вот. Лопата ребенка маленького. Да, кран должен приехать был. Еще не маю. Вот эту вот камни эти, наверное, не кидать, и будем их внутрь, если будем закидывать, то внутренние. Тут лучше камни эти не будем закидывать, я думаю. Не. Они потому что это сухая смесь, они слабые. Лучше будем нормальным бетоном, точнее растворчиком.
Мотор на 650, пиковый. Пиковая нагрузка 850. Максимальная и номинальная. 22-й год, кстати. Так, ну вот, приехал кран. 15-тонник КС-3579. Блин, ну долго замешиваемся. Долго. Ну ладно, будем мешаться и заодно и потом подавать бадьёй. Уже как-то будем выходить из положения. Пацан. Давай. Там как раз два блока. Ну вот, монтаж идет достаточно быстро по сравнению с прошлым разом. Раствора дефицита нету, и его мешать легче. То есть у нас все время бадья полная, здесь уже сколько? Здесь уже тоже почти наполненная. Приноровились бетономешалка, я смотрю, работать. Практически нет налипаний. Раствор получается очень хороший, пушистый. В песке, кстати, нету камней, что удивительно. Да чуть-чуть, Сань. Ну ты профессионал уже. Ты, блядь, раствор делаешь охуенно. Да, сейчас все, пошел я. Такой, блядь, хожу тут самый. Ну, блядь, тут надо еще подумать. Я тут же сегодня еще блоки переигрывал, блядь. Вот у меня пустой блок остается. Я переставил, потому что канализационная труба мы поменяли немножко. Ну, сейчас эти два ложим. Давай. Кто может на эти два завести? Да, пусть можно эти. И маленькие потом, блядь, ложись. Только это хуёво, потому что маленькие у меня вообще плохая раскладка. Там, блядь, их желательно подрезать. Видишь, тут окна. Мы их будем резать пополам. Они легко должны ломаться. У меня диск большой. И два окна делать. Маленькие окна будем делать такие. А там уже, может, где-то смотровое, где-то продух, где-то форточка, где-то еще что-то, блядь. Ну, короче, здесь уже будет... Будем стараться симметрично ставить, чтобы было. Тоже ничего не продумано. Если бы я знал, что так строиться буду, это ужас. Но уже, блядь, солидно смотрится, уже солидно. Заведен еще один ряд. То есть, и еще будет четвертый доборный ряд небольшой. И армопояс будет как 4 блока. Да, нормально. Саня, ну ты красавчик, бля. 4-5 человек, чтоб ходила, занималась. Ну, мы так и работаем. В принципе, нормально. Пойду посмотреть заполняемый шов. Подбивать их. Вот. Ну, в принципе, пока нормально, но единственное, что сейчас могут быть какие ошибки сделаны. Какие могут быть сделаны ошибки, это то, что окна будут криво стоять. Это с окном я хочу здесь третий ряд. После того, как тот заполнится, третий ряд положить половинку 90 сантиметров, то есть 30 сантиметров от вон тех коротких блоков отрезать. Получится? Не знаю, может не получится. Ну вот, чтобы окно, одно окно получилось 60 сантиметров высотой. Да, вот сейчас, вот сейчас. Низ я бы хотел, да. Можно отмерить 90 сантиметров и положить большой. Чтобы можно было, мы же центрально будем ложить, и мы маленький будем центрально ложить. А под конец, смотри, давай мы заложим, блядь, центральное, заложим это. Ну, от 90 сантиметров отступим, положим блок большой, который идет. Ну, тут же отступаешь, маленький идет блок, правильно? Нет, после этого маленького ложится длинный. Он, естественно, это связка. Смотри, маленький, видишь, третий ряд? Маленький, B3. Это 1,2 метра. B3 делаем. Здесь отступаем 90 сантиметров. Вот здесь вот. Мы здесь отступаем. Да, мы этот положили. Да, и как? Значит, отступаем сколько? 2,
3.10 отступаем и ложим этот. Можно 3.20 отступить, тогда здесь щель будет. Ну, заделаем, это не принципиально. Тут я хочу электрику вывести на гараж. Ну вот. Вот так вот, блядь. Юмористы, блядь. Короче, опалубка импровизированная, вон, расклином, блядь. Ничего не закреплена, просто доска вколочена. Потом заштукатурю. Вон вышла кучка такая, натекла. Жиденький раствор делается. Ой, Саня. Трошки жидковат, мне кажется. Немножко. Ну, нормально. Так. Блоки. Доломика. Значит, блоки пилятся, вот мы пилим таким диском. Я не знаю, сколько у нее диаметр. 230 диск. Пропил на такую глубину получается. И потом вставляем в щель, пропил топор и кувалдой зафигачиваем. И ломается блок, уже поломали. 4 половинки есть у нас. А у нас 1, 2, 3, 4 уже есть. Еще на 5-6, еще 2 надо ломануть. И я думаю, хватит. Жадность фраера погубит, да. Все, еще 2, еще одну ломаем блок и все. Нормально. Приработалось. Вот здесь вот есть трещины по красочке пошли. Вот есть трещинка по краске. Но это вот чистили лопатой, вот по незнанию, что тонкая стенка попортили немножко. Но приработочка прошла, то есть здесь качество винта плохое было, да, то есть отливки. И вот мы видим, что шестерни приработались, чугунные. Позбивалось вот плохое качество отливки здесь. И они, в принципе, и все, в принципе, вот зубья винта тоже приработались. Супер. Нормально. И они как бы не уменьшились вроде бы. Тут выработка появилась. Выработка появилась, нихуя. Ну, я доволен, как все идет. Это главное. Блядь, вон там пустошовка, что ли, получилась. Ну, вроде бы нет. Там раствор заполнен. Ну, нормально. Нормально. Заебись.
Все? По-моему. Все, вырубай. Все, люди выходят. Ну, чуть-чуть блоков не хватило. Монтаж завершен в полной темноте. Завтра будем смотреть. Так, ну, на телефоне у меня закончилась память, поэтому звук не записался. Вот мы сделали съемку нашего монтажа, и у нас практически, ну, к сожалению, фото вставлять уже не буду. Если поставить на паузу, то можно увидеть, что у нас 5 миллиметров только, 5 сантов от верхней, центральной перекрестия у нас чуть выше, а так все остальное, вот видите, значение плюс-минус 2 сантиметра. То есть, в принципе, даже можно плиты и так положить без выравнивания какого-либо. Где-то просто шов чуть больше сделать, арматурку подложить. Ну, как-то так заколхозиться можно, в принципе. Вот. Ну вот, там, где 127,5 значения показано, да, и 132 брать за 0, если, то, как бы, в принципе, тут 2 плюс, ну, до 2 миллиметров, то есть сантиметр скачет вот так. То есть, в принципе, это не имеет значения, конечно, в данном случае, но, в принципе, по превышениям вполне себе даже неплохо получилось. Жаль, что звук не записал, но я бы там с места все это и рассказал бы более четко. В общем, вот так приблизительно выглядит. Вот я показываю, который угол у меня поднят. Ну, там просто блок как-то. Сами видели, блоки косые, кривые, то есть. Вот. Ну, а что еще рассказать? Ну, вот, если брать правый угол, то он там, на каждый угол, короче, я в этом видео называю превышение каждого угла, каждого перекрестия, размер превышения или превышение, да, плюсовое, минусовое, короче, так скажем. Вот. Ну, вот он результат на следующий день. Мы так ходим, палубку сбиваем. И все вот это вот смотрим, проверяем, короче, любуемся проделанной работой. Так, ну здесь я плюс-минус, я не помню, что тут говорю, демонстрирую, короче, как по-горячему мы равняем наши монолитные участки. Ну, мы их заделываем растворчиком. Было бы хорошо бетончика. Вот таким образом по свеженькому мы быстренько, чтобы потом не мучиться с болгаркой, с диском по бетону, выравниваем. Ну, тут как бы можно не выравнивать, все равно кривое, все блоки кривые, равняли по наружке, старались равнять по наружке, ну как получалось, в общем. Ну, вот так вот, в общем, получалось у нас. Что я тут делаю вообще? Понятно. Вот. Короче. Рихтую наши участочки монолитные. Короче, накосипорил я с этими обрезками. Блять. Фантазер и творческий человек. Во время монтажа. В последний день монтажа я... Точнее, перед монтажом. Второго дня я менял раскладку блоков. Вот такое это. Все мне не уназрил, как всегда. В общем, поменял. Ну, бля, конечно, напорол косяков там, капец. Надо было идти не пилить. Сейчас мне... короче, ладно, не буду рассказывать эти ужасы, которые мне предстоят теперь. Теперь мне придется делать армопояс местами 60 сантиметров высотой. Это, ну... Можно было этого избежать. Эти участки были, по крайней мере, поменьше. А теперь, за счет того, что я местами сократил, а там, где я сократил, там-то у меня местами вылезла нехватка блоков. Естественно, это заказывать, монтировать их не буду. Я буду делать просто палубку вместо этих блоков. Из бетонного насоса зафигачивать. Но уже распор на 60 сантом, сантами надо уже там палубку сделать более качественную. Вот здесь я, конечно, тут просто отвратительное качество, но как есть, конечно, тут пытаюсь немножко, чтобы потом было легче. Но это уже такое, ну,
балуемся, короче. Мы любуемся проделанной работой сейчас. Любуемся и красуемся. Ну вот, в принципе, смонтировано 161 блок. Вот. Что еще тут сказать? Видите, опалубка еще местами осталась. Здесь у нас такая вот ямочка образовалась. Щелочка. Заглядываем туда, пальчик засовываем. Чем-то недовольны. Ну, вот здесь мы видим вытекание, где было. Ну, это мелочи. Там такие мелочи, что даже не стоит обращать внимание. Вон там я закосипорил. Блин, не хотел я ложить картонные трубки. Вот они участки, где блоки не было. Будем делать армопоз большой. И положил я вот, за мной находится картонная труба. Благо, когда бетон подсох, она легко досталась. То есть я ее выдолбил. Бо вот эта труба, она постоянно бы сосала воду, стена бы была мокрая. То есть, ну, не мокрая, конечно, там это я уже преувеличиваю, но немножко было бы там сыренько, а так будет зашибись. Все, в принципе, нормально. Можно закладывать картоны вот такие из мусора, закладные, скажем так. Они легко потом демонтируются, и после того, как вы введете уже там гофру, что вы там будете, в каком виде вы там проводить будете, потом просто замонолитите, ну, зачеканите каким-нибудь крепким гидрофобным растворчиком. Вот это отверстие я демонстрирую под дымоход. Я планирую пустить его. То есть котел стоять будет примерно там, где я нахожусь, и котел будет выходить и идти вдоль стены там. То есть там у меня несколько планов по дымоходам. Короче, я такой фантазер, как бы это все объединить. Вот здесь он будет проходить. Не знаю, может, сауну сделаю на дровах, а на не электрике в подвале. Фиг его знает, что я там буду мутить. Ну, в общем, вот такие вот приколы. Вот такие приколы. Ну, фантазии я свои хожу, рассказываю. Санек получает бабки за операторскую работу, в том числе. Вот, молодцы. Ну и что тут я показываю? Тоже щит. Ну, там, конечно, полное безобразие. Но как есть, так есть. Раковина такая вот вытекла водичка.